40 стихов, прославляющих Ханумана. А Хануман является олицетворением, олицетворенной заботой о людях. И он позаботился о том, чтобы вы не пошли сегодня на океан Эльзы, пришли ко мне сюда, не к нам, за что я вам очень благодарна. За останні півроку Shanty People встигли побувати в Індії і трохи оновити склад. Змінили бас-гітариста. На самом деле она всегда что-то новое приносит, принесла новое вдохновение. И я молилась в Индии в этот раз о том, чтобы проявился человек, с кем можно стабильно работать и продолжать. И в принципе в Индии это произошло. Я ему написала из Индии, и он согласился. И мы уже в апреле играли первый концерт в Киеве. Слава выручил один раз, и это затянулось. То есть это вот сейчас постоянный состав, да? Ну, сегодня постоянный. Ростислав Чабан, як і барабанщик Shanty People Денис Швець, дніпрянин і колишній учасник гурту «І мой друг грузовик». Тому зв'язок із нашим містом у мирних людей став іще міцнішим. Бас-гітарист каже, що проблеми з життям у Дніпрі та грою у Києві немає. Просто шлях до репетиційної бази подовжився на 600 кілометрів. А у відповідь на запитання, як працюється у колективі та чи був уже досвід гри такої музики, Ростислав майже почав медитувати. Все понятно, да? Да, не, ну для того, чтобы... Ты правильно все сказал. В общем, я теперь скажу человеческим языком. Имел ли опыт игры такую музыку? Нет, не имел. У меня просто был опыт игры музыки. Вот, а для того, чтобы играть в Shanty People, недостаточно быть опытным музыкантом. Надо быть немножко, ну, любить это направление. І саме ця любов до незвичного стилю народжувала музику прямісінько на сцені. Публіка оцінила, як віртуозно імпровізували учасники колективу. І це головна причина того, що кожний концерт не схожий на попередній. Когда приходит новый человек, всегда происходит химия. И эта химия, которая, этот творческий процесс, это то, что как бы дает счастье и двигает вообще в принципе процесс и группу вперед. Невід'ємна частина кожної зустрічі – співи разом із публікою. Адже обмін енергетикою – це дуже важливо не тільки для встановлення дружнього діалогу, а й для гарних стосунків із Всесвітом. Зв'язок слухачів з виконавцями стає настільки міцним, що люди, не задумуючись, їдуть до столиці за музикантами, відвідують їхні майстер-класи та навіть святкують разом Новий рік. Были на прошлом концерте здесь же, были на концерте в Киеве, праздновали с этой группой Новый год. Все в белом, Shanty People, на, как всегда, на высочайшем уровне, тепло, светло. Это было вдохновение. Я спонтанно попадаю на их концерты, спонтанно решаю ехать. Это был январь, я просто вот увидела, купила билеты и поехала. А тем часом Shanty People продолжают подкорювати сердца новых шанувальников. Электронная обработка каких-то ведических там, мантр, гимнов, это очень интересно, потому что, ну, до этого я это слушал в основном более традиционных версиях, там как Кришнадас или там Дева Примал, но они очень отличаются от музыки Shanty People. А тут именно, скажем так, традиция в современной обработке, это
мало того, что вдохновляет, это еще и качает. Все меняется в этой жизни. Люди приходят и уходят, Shanty People вечно.